Ну что же, пока готовится, я скажу, что мало половин благодарит своих родителей, маму, папу, бабушку, а в особенности кошку, которую они очень любят и кормят. Здравствуйте, перед вами команда КВН «Мало половин». Давайте представимся. Это Настя. Вообще-то я предпочитала называть себя Анастейша. Ее IQ равен ее айфону. 5. Это Диана, и она объявляет номера. Диана, расскажи что-нибудь о себе. Диана. А, да, точно. Объяви что-нибудь о себе. Итак, добрый вечер. Меня зовут Диана, я объявляю номера, и мне 14. Это Даша, и она в нашей команде как цветочек. Почему как цветочек? Стоит тут только ради красоты. Ну, а я, собственно, Лена. Так, вроде всех объявила. Эй, красавица, меня забыла! Девчонка золотая, моя А, ну да, это Юля, и она считает, что она с Кавказа. А что, что-то не так, а? Юля, если начала ходить на борьбу, это не значит, что ты с Кавказа. Куда ты смотришь? Как говорится, один глаз на вас, а другой на Кавказ. Да нет, записывай. Так, девочки, у нас есть что-нибудь актуальное? Слушай, так у меня же есть. Сейчас, минуточку. Юль, ты так долго будешь стоять? Юля, что ты делаешь? А лесника надоела, слушай. Перед вами команда КВН «Мало половин». И мы начинаем. Представьте, у каждого был такой случай. Да, алло. Да, мам, хорошо. Да куплю, не забуду. Возьму хлеб. Ну, да ты что, никогда не забывал, тут забыл, да? Да возьму хлеб. Не забуду я. Да возьму я хлеб. Не забуду. Куплю я хлеб. Представьте рынок, на котором есть только одна торговая лавка. Ну как, мам? Ну знаешь, ничего, ну давай еще походим, посмотрим. А так-то вроде кофточка нормальная, и идет себе, и цвет подходящий, и фасончик ничего. И знаете, мы берем. У многих был такой неловкий случай. Катя. Не Катя. Перед вами выступала команда КВН «Мало половин». Ну, знаете, девочки, с такими темпами мы точно не выиграем этот фестиваль. Но я знаю, кто нам может помочь. Слышь, ты кто? А, я тебя вспомнила. Это же ведь ты мне продал дневной арбуз, а я тебя все на это искала. Ладно, окей, отдохни сюда. В смысле, будет в 2014? Ха, 1-1. Перед вами выступала команда КВН «Мало половин». Спасибо за внимание. Команда КВН «Мало половин» благодарит всю администрацию 13-й школы, а также своих родителей. Давайте громкие аплодисменты и помогите!